И всем привет, с вами снова я, Армастик, и если сзади меня вот такой вот фон из редстоун блоков и кварцев, и вот такие вот стенки, и все, что связано с механизмами, это значит то, что я скоро сменю скин. Нет. Я не о том говорю. Блин, я не то сказал. Окей, скин я, конечно, потом поменяю, но да ладно. А, это значит, что теперь состоялось очень важное для вас событие. А именно вы теперь можете под этим видео написать: я хочу, чтобы ты создал вот такой-то механизм. Он, ну, в общем, такой-то механизм создает ромастик. И я такой посмотрю: о, да, действительно, надо создать. И такой подумаю и создам его. Такой: окей, создал. И вам это выложу. То есть вы пишете в комментах механизмы, я нахожу самые классные. Так, что сюда не запрыгнуть, что ли, вообще никак? Да, запрыгнуть все-таки. Так, вам предыдущая голосовалка. В общем, вы мне пишите, какие бы механизмы вы бы хотели, чтобы я создал. Я смотрю несколько механизмов. И такой, в общем, выбираю из них несколько механизмов и строю их. Механизмы чем, в общем, если вы смотрите такие: а да, вот этот класс, там в комментах смотрите такие: ага, вот этот классный механизм, его я хочу, чтобы он построил. Ну, кто-то там написал механизм, и вы такие смотрите: да, я хочу, чтобы он его построил, и лайкаете этот коммент. А вот смотрю: ага, а вот этот вот механизм хотят больше людей, и строю его, допустим. А также Redstone вообще делится на две группы. То есть в одной группе я буду сам выкладывать что-то такое классное, там эпичное. А во второй части, ну не эпичное, конечно, но классное, нужное. А, да, музыка Майна. А во второй части это будут вот эти вот механизмы, которые предложили вы. Я буду их делать. В общем, я их буду делать, и также я буду стараться, чтобы они занимали как можно меньше места. И также буду объяснять, как они устроены, как их построить. И начинайте писать уже под этим видео. А потому что под следующим видео в этой рубрике. То есть рубрику я еще не создал. Все. Да, я все сказал. Всем пока, спасибо за просмотр и за уделенное мне внимание. И пока.